Сегодня наш приют пополнился еще двумя инвалидиками. Вот этот котейка, у которого уши были все в гною. И вот эта вот кошечка, наша кошечка, которую сбила машиной. Вы знаете, волонтеры. Опять я хочу тему затронуть волонтеров. Никто не откликнулся, совершенно никто. А кому хочется с инвалидами заниматься? Это занимает очень уйму времени, сил и всего остального. Физического даже, действий физических. Зато в клиниках стоят толпами волонтеры, молодые девочки, которые собирают на улице котеек, приносят в клинику, выставляют в интернете, что вот смотрите, они подобрали, их надо лечить, их надо, значит, смотрите, какие мы хорошие, сделали свое дело, подлечили и опять пинком под задницу на улицу. На улицу, где для них уже идет, конечно, жизнь такая, что то под машины, то собаки, то нелюди могут наиздеваться. Очень плачевно. Очень много таких волонтеришек развелось, особенно в нашем городе. Толпами стоят ветклиники на показ, чтобы там сделали укольчик, и быстрее за компьютер выкладывают, собирают сразу сборы, делают. Ну, а потом эти кошечки, возможно, даже бесследно исчезают. Как я и сказала, выкидывают на улице. Да, негодяйки, я таких волонтеров называю.